что знают в Мексике о России? Россия, да, очень непростая страна. О русской культуре, политике, искусстве. Советская школа – одна из самых важных в мире. У меня была возможность общаться с Шостаковичем, с Бондарчуком, с Плисецкой. Такие разные и такие неожиданные мнения. Интеллигенция знает имя и Сталина, и имя Горбачева. Прежнего духа борьбы уже нет. «Личный взгляд» – новый документальный цикл. В воскресенье в 7:30 вечера на RTVI.